вторым отделом Следственного комитета по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева. Он подозревается в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Напомню, в конце мая в администрации Советского района провели обыски. После Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию. По версии следствия, в 2018-2019 годах Исаев получил через посредника более 260 тысяч рублей за покрытие нестационарной торговой точки в Советском районе. Противоправные действия были пресечены следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции. Бывший глава администрации задержан в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.